О любви Владимира Маяковского к Лилии Брик все помнят по двум причинам. С одной стороны, это была действительно великая любовь великого поэта. С другой, Лилия Брик со временем превратила статус любимой женщины Маяковского в профессию и уже никому не давала забыть об их странных и порой безумных отношениях. О букетике из двух рыжих морковок в голодной Москве, о драгоценном автографе Блока на только что отпечатанной тонкой книжечке стихов, обо всех иных чудесах, которые Маяковский подарил ей. А ведь он творил чудеса не только для нее одной, просто о них постепенно забыли. И, наверное, самая трогательная история в его жизни произошла с ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не было и не могло быть ничего общего. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее своей безудержной страстью. Ее не трогала его собачья преданность, ее не подкупали его слова, ее сердце оставалось равнодушным. И Маяковский уехал в Москву. И от этой мгновенно вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась тайная печаль. Нам – волшебное стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», а ей остались цветы. Весь свой гонорар за парижские выступления Владимир Маяковский положил в банк на счет известной парижской цветочной фирмы с единственным условием – регулярная доставка букетов самых красивых и необычных цветов для Яковлевой. И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяны Яковлевой стучались посыльные с букетами фантастической красоты и единственной фразой от Маяковского. Сегодня мы вам предлагаем сразу несколько мастер-классов, объединенных одной общей темой – «Цветы от Маяковского». Вы сможете увидеть процесс создания зарисовок цветов, разнообразных по технике и с использованием художественных и нетрадиционных материалов. И теперь, как просил поэт, ей букеты вручают броские. То ли черных тюльпанов свет, то ли лунных гортензий свет, то ли пармских фиалок свет, со словами «От Маяковского». Для этой работы нам понадобится крафтовая бумага формата А3, гуашь, кисти, плотный лист формата А4 для вырезания трафарета, нож канцелярский, губка, палитра, банка для воды, пастель художественная сухая. Ну что, приступаем? Thank you.
цветы. Она их то клянет, а то, смущаясь поневоле, берет. Но не цветы берет, а, кажется, букеты боли. Для создания следующей цветочной зарисовки, пармские фиалки, нам понадобится черная бумага формата А3, гуашь, кисти, палитра, банка для воды. Посыльные взрослели на ее глазах, и на смену прежним приходили новые. И эти новые уже знали, что становятся частью великой истории любви. И уже как пароль, который дает им пропуск в вечность, говорили с улыбкой заговорщиков. От Маяковского. Цветы от Маяковского стали теперь и парижской историей. У рассыльных привычный труд. Снег ли, дождик ли над киосками – а букеты его идут со словами «От Маяковского». Мы завершаем нашу серию мастер-классов, и для последней зарисовки нам понадобится акварельная бумага формата А3, кисти, палитра, банка для воды, линер черный для скетчей 0,4 мм для создания дополнительных эффектов. История любви Маяковского и Яковлева, несмотря на то, что, казалось бы, прошло не очень много лет, до сих пор остается спорной. Остается историей трагических взаимоотношений, которая до сих пор полна тайн. Одни считают, что цветочная тема любовной линии – это все выдумки. И многое, кстати, опровергается литературоведами и культурологами. Другие, более романтичные натуры, продолжают пересказывать эту красивую историю
а упомянутый выше Аркадий Рывлин написал душевную поэму «Цветы от Маяковского». Париж говорит о ее осанке, русской, но парижской чеканке, и взгляд у нее, как весна, распахнут, чем-то похожа она на яхту. А он, ледокол из страны советов, таранящий время и лед планет. И я никогда себе не представлю, что где-то и кем-то он вдруг оставлен. Что ледоколы льдинки ломкие, и что ему бураны яростные. Но от него уходит тонкое, но от него уходит парусное, уходит самое красивое, любимое, но малолюбящее. И сдерживать себя не в силах я, кричу ей в прошлое из будущего. Не уходите, нет, не надо, ведь это флагман. А на вахтах, как важно для такой громадины, чтоб рядом тоненькая яхта. И с точки зрения поэзии я сразу отвергаю мнение, что гению всего полезней, когда любовь бросает гений. И я против. И неуспокоенный, я не хочу, чтоб у поэта такой ценой, ценой пробоин, рождалось новое про это. И нового не надо облака, ценой крушения в человеке. Но женщин всех краше облака ушла. И навсегда. Навеки. Стук рассыль, как всякий стук. Но нелеп, неждан, стран. Маяковский и Астрид друг. Маяковский и вдруг тюльпан. Маяковский и розы чай. Что, нежность или отчаяние?